Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Вышла у нас обновка, да, прекрасно. Сегодня будем прокачивать Генри на 12 уровень. Пришло время, так сказать, делать из него еще одну имбу. Да, Олика мы имбу сделали, остался дальше Генри. Ну и потом пойдем по другим персонажам тоже. Итак, Генри у нас летучая мышь. Я на него пока что вообще ничего не делал, как вы видите, да. Как все было, так и осталось. Начнем с этой прокачки. Сразу советую, опять же, всем, как и в прошлом видео советовал, прокачивать хотя бы до 5 уровня вообще по максимуму. Все, что вам дается, все, что есть. Кстати, забирать, не забывайте забирать эти монетки за эти штуки. Ой, ну да, ну да. Сразу вырубился. Кстати, вернул опять же в этот момент. Неплохо. Да что с... игра! Так, ладно, сейчас перезапущусь. Так, вроде перезагрузился. Что-то мне это бесить начинает. Что это вот? Что это? Зачем мне это? Вчера этого не было. Все, довольны? Успокойся, игра, пожалуйста. Отпусти. Не надо мне твои советы гениальные. Так, ладно. Ботинок опять же. Вот эта цена на ботинки меня бесит. Зачем такие дорогие? Ну, ё-моё. Может, хватит, игра, а? 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 Игра? Да я персонажа прокачаю, слышь? Не, ну вы видите, она просто капец. Может помедленнее нажимать? Может она из-за этого? Не вывозит? Так, ну я в этот раз, наверное, буду прокачивать тоже на максимум. В плане монеток. То есть хочется мне все-таки, чтобы персонаж был с хорошим показателем в атрибутах. Ну, все-таки не последний, да? Смайлик я вообще не советую никому брать. 12 тысяч я потратил в прошлый раз. Но вроде на этот смайлик или на следующий. Нет, видите, этот бесплатный. Этот бесплатный. Берем его, конечно же. Прекрасный смайлик на Генри. Ну, упор это Генри. А вот где-то дальше будет смайлик уже платный. Итак, начиная вот прокачка с 8 на 9 уровень. Сколько она стоит? Там было 900, 1300, еще 900, это уже 800 плюс 1000, там 2100. Ну, короче, 3000, 3000 монет прокачка на 9 уровень с 8. Офигеть, да? Офигеть. 3000 монет я могу взять просто по щелчку пальца вообще в этой игре, поэтому изи прокачивайте сейчас. Но, конечно, хочется дополнительные атрибуты прокачать, поэтому уже дополнительные монетки будут стоить, ну, как говорится, не суть. Как вы знаете, у нас же система боев, она немножко в рейтинг все-таки, не в уровень, да, как вы уже заметили. 3000 монет за скорость в воде, ну не хочу. Ну ладно, последний раз качаю. Вот не буду дальше качать скорость в воде, ботинок слишком дофига оно стоит. Прокачиваем Генрика. Нажимайся. 3000 хп, вот это мощь. 9 уровень готов. Будем прокачивать на 12. Так, 1500 монет за атрибут. 1200 за это уже 2700. Еще плюс 1500. Это... Блин, забыл. Забыл, сколько уже. Короче. Там было 2700 плюс 1500, да? Ой, сложно что-то считать. Сложно. 3, 4200... 6000. 6000 стоит прокачка на 10, то есть в 2 раза больше, чем на 9 уже. Но у нас открывается слот. Опять же, слот стоит 9000 монет. Брать его, да. Брать его, да. Четвертый слот, который открывается на 14 уровне, стоит 120 тысяч монет. Представляете? Это, конечно, очень много. Предмет тоже забираем, все-таки 1000 монеток золотых пригодится. Ну и прокачиваем характеристику копья на урон. Дальше берем Генрику 10 уровень. То есть, чтобы прокачать сейчас с 8 на 10, без доп. Параметров, без слота, да, вам нужно всего лишь потратить сколько? 9000 монет. 9000 монет с 8 на 10 прокачаться. Офигеть? Офигеть. Было бы такое раньше, эх. 2000 монет сейчас стоит этот. Блин, ботинок в основной ветке, ё-моё. Еще 2500, это уже 4500. Ботинок, чувствую, 6000, да? Да, 6000 плюс 4. 10500 уже стоит прокачка на 11-й. И 2500. Итого 13 тысяч прокачка на 10 уровень стоит всего лишь. Ну, мы возьмем, конечно, атрибут оружия. Смайлик этот я брать не буду за 12 тысяч, офигеть вообще. Понаделали смайлика, вот сейчас вам покажу, сколько он стоит. А чё бесплатно? В смысле я вчера 12 тысяч потратил? Игра! Кто мне монеты вернет? Слышь, тут... Вот разрабы, а. Не, ну вы представляете, вчера 12к потратил на смайлик. Офигеть. Не горит. Вообще. Ай, ладно. Берем смайлик. Второй. Ну, капец, конечно. А, это скин, это скин. Ё-моё, что я говорю про смайлик, если это скин? Кстати, это новый скин, да. Добавили в этом патче. Генри.
Спелеолог, я его шахтер называл. Ну ладно, спелеолог как спелеолог. Берем 11 уровень. Вроде за 13 тысяч взял 11 уровень. То есть сейчас, по сути, с 8 на 11 надо 20 тысяч это потратить. Это вообще ни о чем. Вот это смайлик за 12 тысяч. Да, смотрите, 12 тысяч. 12 тысяч монет за смайлик. За смайлик! Какого? Разработчики. 5500 стоит прокачка у нас на 12 уровень. Одного атрибута. Второго 4. Это 9500. Еще 4, это 13500, и еще 4, это 17500. И в итоге, где-то в 30 тысяч с 8 по 12 уровень стоит прокачка с доп. Атрибутами. В смысле не хватает жетонов на Генри? Алло, я хотел Генри прокачать, игра. Вот так вот, ребята, вот так вот, жетоны обнулились. Ладно, давайте докачаем дополнительные атрибуты, хотя бы. Ну, придется 11 уровень играть, чё? Вообще, в идеале, я хотел прокачать всех персонажей, которые мне нужны. Которые я хочу выбить Primal Instinct на 12 уровень. И потом заняться выбиванием Primal Instinct. Но раз мне немножко не везет по жетонам, мы их дособираем, конечно. Пока будем собирать, будем прокачивать других персонажей. Итак, начнем с предметов, которые на Генрика советовал поставить. Ну, колдринолина 100% ставим. Косточку я бы подумал еще. Блин, вообще, выбор так-то дофига, я не знаю, что выбрать. В идеале, на Генри, блин, ну, вот на выживаемость вроде бы хочется что-то поставить, но ты понимаешь, у него там укус сейчас будет, конечно, без Primal Instinct, если у меня сейчас его нету, да, не такой жесткий, но все равно, может скорости добавить от ботинка, и оставить укол адреналина и косточку, типа косточка позволит хиляться, ну, в принципе, ладно, пусть будет так, я думаю, такая сборка, хотя зубы вампира, вот, сложно, ну ладно, пусть будет косточка. Дальше атрибуты оружия. Распределим их, сразу скидываем отбрасывание, кидаем все в перезарядку и в дальность. Кстати, половину дальности уже Генри получилось качнуть, это на копье. Ну, на копье такое себе. Тяжело, кстати, играть без скорости, на самом деле. Вот, не поверите, но очень тяжело. Скорость как бы давала преимущество такое значительное. Но перезарядка это важнее. Да и дальность мне больше нравится. Так, я что-то забыл какое-то улучшение. А, типа вот это вот, да? Не-не, спасибо. Хотя подождите. Ну да, это вот. Но я это делать не буду, оно того не стоит. Ну что ж, Генри, спелеолог у нас готов. К сожалению, не 12 уровень. Ну погнали тестировать, посмотрим, что у нас получится в сложных боях. Сложные бои, конечно, не самый лучший вариант для Генрика. Опять же, напомню все, ребятки, качайте сейчас всем 1100 рейтинга, хотя бы 1100. Там с каждого сундука, если у вас фулл предметы, будет давать по 6 с чем-то тысяч монет. Это очень быстро будет прокачивать вас. Эх. Я и не сомневался. Понимаете, ребят, я и не сомневался. То, что мне не будет возможности поднять что-то. Брюс еще за мной гонится. Странный Брюс. На тебе копье. Так, погнали искать себе лут пожестче. Брюс, уходи. Никс какой-то дерзкий здесь попался. Вообще очень дерзкий. Дайте лут возьму, ну слышь. Ну хватит меня отбрасывать. Кстати, вы заметили, я ни одну аптечку не взял. Ни одну аптечку не взял. Да, давайте постараемся, похиляемся косточкой. Косточка, кстати, работает очень как-то слабенько, как по мне. То ли ее пофиксили, то ли что, непонятно. Обойдешься. Махает он тут. Как нападает на меня, так он нападал, а как этим... Флажком махать, так он махает. Хотя сам на него нападал. Ну, я и флажком не махал, да? Ладно. Надо похилиться, пока жираф меня не видит. Ладно, придется убивать жирафа. Что за беспредел, а? Жирафская морда, ты что такой дерзкий? Блин, укол адреналина потратил на тебя. Слышь, жираф, вот как так можно играть? А почему вы душите, а? Ой, как они душ... Какие душные, вы заметили, да? Ну вот как мне сейчас... Как хиляться? Игра.
О, ну, вы... Нормально, нормально. Ни разу не баг, да, ребят? Ни разу, вообще просто. Я стоял за текстурой, Ник стрельнул в одну сторону. Там не должно было в меня попадать никак. И он попал. Гениально, гениально. Ну, видите, не хватает промоусинта, не хватает Михила в таких динамичных боях на Генри. Ну, Генри, вы всегда знаете, что он не для сложных боев. Это было очевидно еще в самом начале. Поэтому в сложных боях как бы не хотелось, но сложно побеждать против дальнего особенно, который тебя откидывает постоянно против тройных гранат с бомбой Молотова. Практически нереально, потому что сейчас бои стали чисто зависимые от бомбы Молотова. Хотя, возможно, стоило мне зубы вампира взять, и тогда, возможно, бы я затащил, но это уже другой разговор. Ладно, ребят, и на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.